Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что в Смоленске планируется сбыт запрещенного вещества. Стражи порядка задержали 33-летнего мужчину. Они обнаружили у него пластиковые капсулы с подозрительным веществом внутри. Все изъятое было отправлено на экспертизу. Результаты исследований подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком карфентанилом. В отношении подозреваемого отдела номер 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.